Moj problem bil je ta alkohol. Ну, сначала я план курил, я бросил за 10 лет, а потом попал на алкоголь. Я 7 лет, например, как пью, ну, я пью от утра до ночи, без конца, когда я пью, ну, мне стыдно даже сказать, что мне произошло, что я сделал. Мне стыдно сказать, что я сделал на мои родители, на мою семья, на мой сын, на мою жена, на всех. А скажите, особое от осознавания, вот этот стыд, он и был, или сейчас он произошел вот здесь в процессе лечения? Раньше у меня было стыдно, просто сейчас еще сильнее. Я уже чувствую, я уже понял, что я сделал. Потому что нам очень помогали здесь врачи. Ну, ваша семья была уже на грани разрыва, да? Да. Все правильно. И решили приехать сюда. И спасибо всем врачам, что они очень много нам помогли. И сейчас будем жить нормальную жизнь. Никитас, а вот как ты считаешь, ну какая здесь самая важная процедура? Ну все важно, да? Но что тебе больше всего помогло здесь? Главное... меня, что у меня такие врачи были, всех от процедуры до сеанс, до терапевт, всех. Какое сейчас отношение к спиртному? Ну, мне вырвет вообще. Что-что? Мне вырвет. Вырвет, да? То есть отвращение пошло? Да. Вам нравится это? Да, мне нравится, что мне вырвет, мне нравится. Противно, да? Конечно. Что вы вот пожелаете тем ребятам, которые будут вас смотреть? Надо приехать сюда. Я желаю им дать новую жизнь себе. Исправить ошибок. Ну, здесь имеется в виду проблема, что наркотики, что алкоголь, что да, и наркотики, и на алкоголь. Здесь терапия, только здесь. Я везде искала, везде спрашивала, везде. Ну вот как сюда приехала, у нас новая жизнь. Так и всем говорим, надо жить. Я хочу сказать за всех врачей здесь один огромное спасибо. Благодарю вам всех. Прямо сеанс я снял маску за полчаса. Я видел, как они бегают туда-сюда, они от души все делают. Я первый раз в жизни, у меня такое чувство было. Я чувствую здесь, как будто... Я своим домом. Это, да. Я переживаю, что я уйду завтра. Ну... просто хорошо, что опять в следующий год приеду в гости, обязательно, да? И гости, и буду опять капсулу поставлю. У меня нету слова. Я даже смотрю врача, и я не смогу смотреть на глаза. Как будто они мои родные. Родили тебя снова. Да. И этого, ну, они меня... так лечили здесь, воспитали. Они очень добрый человек. Ну, они нам смотрели, как будто мы их дети.